Служить во благо другим. Несколько лет назад, став депутатом городского совета, Сергей Малиновский именно так определил курс своей дальнейшей деятельности. С тех пор он помог сотням обратившихся к нему горожан. Люди просили поддержки в самых разных ситуациях. Кто-то жаловался на работу управляющей компании, и кому-то была необходима помощь в медицинском и юридическом обслуживании. Такая форма взаимодействия с избирателями, она очень и востребована, и очень результативна, потому что можно получить обратную связь, как выполнены эти наказы, действительно ли те моменты, о которых говорили наши жители, те сложности, с которыми они встречаются, то волнение, которое их беспокоит в конкретный момент, оно действительно нивелировано, и есть в этом результат. Председатель муниципального совета Сергей Малиновский уверен, быстро и качественно решить любой вопрос можно только сообща. С жителями, представителями профильных служб и администрации города. После выполненных работ Сергей Малиновский всегда просит заявителей об обратной связи. Без обратной связи очень сложно понимать результативность тех или иных решений или тех или иных реализованных действий, потому что только житель может оценить, правильно ли власти приняли то или иное решение. Это позволяет не только корректировать собственную работу, но и делать ее более продуктивной. В этом уверен председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, и заключается главная миссия любого представителя власти. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.